Каменев шайбой. Передача, бросок. Здесь мимо ворот. Броски в створ. 12-4 в третьем, 14-3 во втором. Еще бросок. То есть, если брать только второй и третий периоды, броски в створ 26-7. Это бросок Бенсона. Смотрите, как высоко прыгает Бурдасов. А здесь, кстати, Ламхаммер ведь ловушкой коснулся шайбы. Так что это сейф, после которого шайба пошла выше ворот. Марек Ламхаммер.